Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня подобрал для вас один очень интересный и перспективный, по моему мнению, проект. В данный проект входит достаточно много различных сервисов, и он называется у нас «Бизнес-клуб». «Бизнес-клуб» — это криптовалютная экосистема, поддерживающая множество различных сервисов и продуктов, включая и цифровой кошелек, который они сделали. Да, он позволяет вам как хранить криптовалюту, так и передавать ее между другими пользователями, и все это достаточно безопасно. Целью компании является также создание крупнейшего интернет-сообщества в мире, предлагая именно собственную криптовалюту, а также виртуальный валютный кошелек, да, платформу социальных сетей, ну и возможность перевода средств между всеми пользователями, да, кто находится в данной социальной сети и у кого имеется данный кошелек. А вообще команда бизнес-клуба предложила, ну и сделала значительные, да, усилия для создания именно онлайн-криптосообщества, предложив новый способ и доступ к крипторынку. То есть они объединяют всех криптоэнтузиастов в одном месте, там вы сможете пообщаться с такими же людьми, как вы, да, схожими по духу, ну и обговорить какие-то вещи, связанные с криптовалютой. Также их услуги включают именно активный криптокошелек, да, который генерирует непрерывную прибыль, то есть их токен, у них имеется свой токен, BST он называется, также у них блокчейн бизнес-клуба, да, платежные карты имеются, облако, ну и многое-многое другое, об этом мы поговорим более подробно. Мы перейдем, давайте, на сайт проекта и разберем его уже более детально. Ну что же, вот мы и на сайте Business Club. Ссылочку я обязательно оставлю в описании под видео. Вы сможете перейти и ознакомиться с проектом. К сожалению, перевода на русский язык на сайте у них не имеется, хотя сделано достаточно много различных языков, да, как вы видите. То есть достаточно популярный проект, и его используют в разных странах. Но русского пока не имеется, поэтому воспользуемся с вами переводчиком. Что касается их кошелька, то вы можете установить его на свой смартфон уже, да, то есть он доступен как на Apple Store, да, так и на Google Play. То есть просто переходим и устанавливаем. Если вам будет интересно, можете его поюзать. Я думаю, что вам понравится. Что же здесь вообще у нас имеется, да, что входит в данную экосистему? Ну, конечно же, это кошелек сам, да, то есть вы можете хранить свои средства, ну и также приумножать их. А также у них имеется свой собственный токен, да, тикер его BST, можно его хранить, либо переводить кому-то, да, ну, по кошелькам, да, пользователей. Делается это достаточно быстро и легко. Еще одна фишка данного проекта, это, конечно же, бизнес-клуб блокчейн, да, у них имеется свой блокчейн, и можно также посмотреть транзакции, к этому мы вернемся обязательно. Ну и экосистема бизнес-клуба, да, то есть это прозрачная, стабильная и хорошо сбалансированная экосистема. Карточки, это тоже очень круто, да, все мы знаем, что таких карт достаточно мало, и у них они есть, да, то есть мы можем здесь пользоваться их карточками, то есть оплачивать. Ну и социальная сеть, да, то есть, где вы сможете общаться с такими же криптоэнтузиастами, как и вы. Ну и различные другие продукты, да, как мы видим, которые у них имеются. Что касается кошелька, да, какая же здесь безопасность? Потому что, ну, мягко говоря, у многих кошельков не все хорошо с безопасностью. Здесь же они позаботились об этой самой безопасности, да. И давайте посмотрим, как. Ну, во-первых, все платежи поддерживаются по их собственному блокчейну. Также есть мультиподпись, да. То есть криптовалютные счета холодного хранения защищают вашу криптовалюту. А также передача подтверждений по электронной почте. То есть пока вы не подтвердите, то ничего у вас не пропадет. А также QuantFire Broad Mouser и защита от DDoS-атак тоже немаловажная, да. Ну и здесь имеется также двухфакторная аутентификация 2FA. Это тоже очень круто, потому что в кошельках я такое редко встречаю, здесь это есть.
И также они подают заявку на получение лицензии управления финансовых услуг Мальты, чтобы уже стать настоящим криптовалютным дружцем и лицензированным брендом. Ну и полностью зашифрованный чат. То есть ваш чат никто не прочитает, это полностью зашифровано, что тоже круто, здесь можно будет общаться, и никто это не узнает. Итак, давайте посмотрим на экосистему бизнес-клуба, да. То есть вы можете присоединиться к их платформе, чтобы получать доступ к вашему активному кошельку, ну, где вы сможете, как я и говорил, хранить и приумножать свои средства. Это активный кошелек, который позволяет вам хранить ваши деньги и самым безопасным способом. А также свой блокчейн. И еще одна фишка именно данного проекта, да, бизнес-клуба, с их токеном. То есть, ну, у них имеется свой токен, о котором я и говорил. А вообще токен, который они создали, он свободно циркулирует вообще между пользователями, генерируя именно непрерывную информацию в пределах всей экосистемы бизнес-клуба. Поэтому я считаю, что из-за этого проект и перспектив. Что касается, как же здесь зарегистрироваться, да, здесь имеются кнопочки присоединиться к бизнес-клубу и так далее. Давайте сейчас вместе с вами попробуем зарегистрироваться. Ну и все внутри посмотреть, как выглядит кошелек и все остальное. А, вот у нас регистрация, да, здесь нам необходимо вписать наш e-mail, username, имя, фамилию, пароль, повторить пароль, ну и заполнить все остальные данные. Сейчас я заполню все и вернусь к вам. Итак, я заполнил все данные, как вы видите, но сразу скажу, что зарегистрироваться у нас здесь можно только по реферальному коду пока что. Без него регистрация никак не пройдет. Что же, давайте нажмем «Создать аккаунт». Как мы видим, все. Поздравляю, вы успешно зарегистрированы. Теперь вы можете войти в свою учетную запись. Давайте попробуем войти. И вот мы попадаем в наш кошелек, как вы видите, да? Кстати, ссылочку я обязательно оставлю вам реферальную, чтобы вы могли зарегистрироваться. Давайте пробежимся по меню, что у нас здесь имеется. Здесь сверху мы видим наш кошелек, да, то есть если вы будете покупать там или переводить, то вот это именно ваш адрес, его можно здесь скопировать. Далее мы видим нашу сумму, да, сколько у нас на данный момент токенов. И здесь мы можем получать прибыль, да, то есть мы покупаем токен, ложим его сюда, инвестируем, как бы реинвестируем и получаем прибыль, да, здесь у нас прописана наша прибыль и так далее, это тоже вы можете посмотреть. Пополнить свой кошелек депозит криптовалюты можете, то есть любой из выбранных, здесь достаточно их много, это биткоин, эфир, Dash, Monero, Ripple, ну и так далее, да, то есть пополняете любой вообще валюты и покупаете BST, и уже в дальнейшем получаете прибыль. Что у нас здесь? Это наш бумажник, да, то есть, как мы видим, здесь у нас цена, то есть токен у нас стоит $1, ну, он постоянно стоит столько пока, да. Далее различные другие валюты, и здесь мы можем нажать получить кнопочку. Это наш адрес опять прописан. Далее покупка. Ну, это просто отдельно здесь вынесено, да, здесь вы можете купить, так как я и говорил. То есть вводите сумму, допустим, сколько вы хотите купить, выбираете, как будете покупать, допустим, там за эфириум, нажимаете перейти к оплате. И вот у нас получается в битке, да, то есть 0.05, это будет биткоина стоить на $500, если вы покупаете, ну и уже приобретаете. Далее мы видим, здесь у нас есть вкладочка «Мои депозиты», то есть здесь вы можете посмотреть ваши депозиты, да, которые проходили. Далее «Заработок и команда». Тут мы видим, сколько мы будем зарабатывать, то есть, ну, проверять свой доход, да, сколько нам приносят депозит наш. И каждый день вот здесь расписано, сколько мы будем зарабатывать. Ну и также мы можем позвать людей, да, и если они также будут инвестировать, то мы будем получать прибыль. А карты,
То есть сделать у нас, приобрести BST, удерживать его не менее 6 месяцев на своем активном кошельке и получите один из бизнес-клуб карт. Да? То есть, если вы будете удерживать средства в течение 6 месяцев, то вы будете получать именно, ну, получите карту. Но для этого, конечно же, вам придется пройти процедуру KYS, да, то есть здесь у нас показано, что необходимо будет сделать. Ее вы тоже можете выполнить. То есть загрузите свою фотографию вот так вот, да, либо с паспортом, либо с правами, чем вам удобнее. И после прохождения курса вы уже сможете получать и карту. Ну и дальше идут у нас различные настройки, загрузки, вопросы и ответы. Ну и также имеется Explorer, да, как мы видим, постоянно идут транзакции, да, то есть, ну, они действительно идут каждую минуту, каждую секунду. И вот у нас токен отправляется с различных адресов. Поэтому, что хочу сказать. Проект действительно интересный, уникальный, они делают не что-то одно, да, то есть они развиваются в различных направлениях, и это мне нравится. Также здесь можно заработать, да, приобретая BST, вы сможете зарабатывать, постоянно инвестируя его и получать свои проценты. Также у них сообщество, да, социальное такое, где собираются криптоэнтузиасты и общаются вместе, это тоже очень круто. Поэтому я советую вам обратить внимание на данный проект. В описании к видео я оставлю ссылочки как на их сайт, так и на их соцсети. И для регистрации я оставил вам реферальную ссылочку, да, чтобы вы могли зарегистрироваться. Я думаю, что вас проект также заинтересует. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки. Всем пока!